Дошкольное учреждение возглавит один из частных застройщиков в микрорайоне Алексеевском. После окончания строительства детский сад передадут в муниципальную собственность. Самое основное уже свершилось, работы начались, и будем надеяться на то, что они будут продолжаться в таком же интенсивном темпе. Застройщик уже начал подготовку к строительству и заливке фундамента. Детский сад будет рассчитан на 160 детей. Площадь застройки более 2000 квадратных метров. С открытием дошкольного учреждения город получит и дополнительные рабочие места для анапчан. Детское учреждение, наверное, первое в городе, где можно говорить о комфорте. То есть это раздевалки большие, спортзал, разные кружки, игровые комнаты. Детский сад инвестор планирует передать муниципалитету к концу 2016 года.